Добрейшего возвращения, мои дорогие друзья, с вами снова я, Куик, и сегодня мы с вами встречаемся в Greenlight Warehouse 2, и это уже третья серия, продолжаем наше с вами приключение. Ну а кто не видел прошлую серию, то ссылка на нее, естественно, будет в описании, ну а кто не видел ни одной серии, ссылка на плейлист также будет находиться в описании. Ну а мы продолжаем, выходим вот за эти вот замечательнейшие красивые двери, фух, и отправляемся, в принципе, это у нас новая глава, да, глава 4, операция, ух ты. О, вертолет, пацаны, я здесь, заберите меня. Отлично, вертолет прилетел. Наверное, сейчас они высадят спецназ, как говорил нам наш доктор Ромеро, то, что они высылают спасателей, и вот, как мы видим, он нас не обманул. Хорошо, вертолет полетел, вертолет полетел. Так, здравствуйте. Берем аптечку, естественно, как мы с вами и любим. Это открывается. Отлично, это открывается, а это... Нет, это не открывается. Хорошо, берем аптечку и идем смотреть, что здесь интересненького у нас есть. Вы входите в хирургическое отделение. Если вам что-то нужно, вы всегда можете обратиться за помощью на посту медсестер. Отлично, пост медсестер. Это он? Здравствуйте, это пост медсестер. Ой! Здорово, мужик! Здорово, здорово. Как дела, братан? Чё ты свое тело потерял опять? Что ты делаешь? Получай. Чего ты спрятался-то от меня? Ты чего, братан, обиделся? Ой. Ты обиделся? Прости, что я тебя обидел. Смотрите, какой. Господи, что это у тебя такое? Ладно. Так, хорошо, берем аптечку. Смотрим, что тут у нас интересненького есть. Так, компьютер. Нафиг, иди. Аптечка, сбей его. Молодец. Так, хорошо, кладем аптечку, смотрим. Сюда зайти нельзя. Отлично, зачем я сюда залезал? За патронами, наверное. Отлично, сюда пройти можно, значит, берем аптечку. Естественно, мы любим наши аптечки. А! Что было? Вы не оборзели, не? Это что нафиг было, я не понял сейчас. Мне кто ударил? Чё за баки? Дайте мне аптечку, зачем вы у меня ее сперли, зараза? Окей, хорошо. Это нельзя открыть. Это открыть можно. О, здравствуйте. Отличненько, обходим эти тени. Мне что-то кажется, то, что им нельзя доверять. Опа, опа. Отлично. Сюда можно пройти, сюда можно пройти. О, бинт. Отлично, бинт. Бинт это не особо хорошо, конечно, но да ладно. Опа. Отлично, мы погнали. Мы хотели бы отвлечь вас на минуту, чтобы сообщить следующую информацию. За тобой что-то есть. О, здорово. Здорово. За тобой что-то есть. За тобой что-то есть. Это было весело, конечно. Просто открываю дверь. За тобой что-то есть. Что же там может быть, интересно? Что-то. Сказал бы, за тобой зомби. Нет, за тобой что-то есть. Может быть, подарок там какой-нибудь, может, вот она меня обманет. Доступ к личным палатам в этой секции запрещен без надлежащего разрешения. Вы можете связаться с администрацией для уточнения подробностей по данному вопросу. Отстань, тетка. Администрация уже мертвая, трупа чина нафиг ходит. Может, она меня обнадежила, я говорю. А тут потом говорит, за тобой что-то есть, я поворачиваю и думаю, ой, она мне подарок, она вообще хорошая тетка, а она, оказывается, мне про зомби сказала. Ну, хоть сообщила, что за мной что-то есть. Я бы, конечно, потом услышал, но, возможно, было бы слишком поздно, и он бы уже ударил меня. Так. Здрасте. Ух ты. У кого-то была проблема жесткая. Так, хорошо. Есть где-нибудь аптечка? Ой! Ой! Здравствуйте. Привет. Чё, потанцуем опять, да? Я знаю, вы любите танцевать. Пошел нафиг. Опаньки. А ты что в перчатках коронавируса боишься? Да я не заразный, не боюсь. Опа. Опа. Отлично, всех мочнули. Так, я потерял бинт. Нет, я его не потерял. Ха. Вот он. Так, отлично. Опа. Открываем дверь. Аптечка! Закрываем. О, вертолет, пацаны! Пацаны! Пацаны, заберите меня. Вы куда полетели-то? А то я думаю, что тут никого нету. Они меня не хотят забирать. Они меня не хотят
еще и... Блин, я подумал, что я сломал игру. Я подумал, они меня не хотят забирать. На самом деле, я помню то, что спецназовцы тут будут. И то, что они нас с вами заберут. Ой, привет. Чё мне все мерещится, врач? Подпишите мне какие-нибудь таблетки. У меня, по-моему, с головой проблема. Где аптечка? Отлично, аптечка. Опаньки. Так, здесь нету ручек. Опа. Так. Нет. Значит, мне надо идти в эту кровавую комнату. Ну, конечно. Пойдемте. Хватит играться с моим фонариком. Закрываем дверь. Так. О, люк. Ну, конечно. Листа. Опа. Ать. Поперлись. Отлично. По вентиляционным люкам. Лазать, конечно, нормально. Здесь раньше... Здесь должен был быть скелет. Скелет всегда сопровождал меня в люках. В вентиляционных шахтах он меня всегда сопровождал. А вы его взяли и разорвали. Зачем? Зачем вы его взяли и разорвали? О! Ты чё, дурной, что ли, совсем? Он бы мог быть моим другом. А вы взяли и так поступили. Как твари. О, спецназ! Забери меня, брат! Вы видели, там спецназовец был? Кто это сделал? Офигеть, как весело. Веселуха. Что? Не надо, не трогай. Где? Я нифига не вижу. Вижу цель. О! Не стреляй, это не противник. Эй, ты, там, слышишь нас? Отойди от двери, мы ее выломаем. Сэр, не думаю, что мы должны быть дружелюбными с этим пациентом. Мы даже не знаем, почему он до сих пор здесь. Вот поэтому он и ценен. Если он был здесь до нас, он должен лучше ориентироваться, и это поможет выполнить задание. Кроме того, по-моему, он выглядит вполне нормальным. Да, сэр. Отойди от двери. Не буду. Ну ладно. Привет. Не делай глупостей. Я слежу за тобой. Штаб. А это не глупость, а? Штаб. Это еще что? Одни помехи. Связь была отличная пару минут назад. Ты устал? Я не знаю, кто ты и почему ты здесь, но у нас нет времени на разговоры. Наше задание найти и уничтожить. Присоединяйся к нам, и может быть мы сможем выбраться вместе. Сэр, по-моему, я что-то видел. Что? Ладно, дамочки, выдвигаемся. Ты, там ты раз думаешь. Ты здесь уже освоился, ты же не против провести нас, да? Конечно. Конечно, я не против. А, отлично, закрыто, пацаны. Ой, блин, как прикольно придумано то, что они могут отходить. Почему в сталкере такого нету? Вот я подхожу, он отходит. Почему? А там они встанут и стоят, как бараны. Кошмар. Господи, что здесь, черт возьми, произошло? Здесь зомби. Это нам и нужно выяснить. Отлично. Откройте дверь. Откроешь дверь, не? Зайти. А тут закрыто везде. А, во. Опаньки. Вы это слышали? Да. Представь себе, я и не только такое слышу, я еще голоса в голове слышу, прикинь. Здорово. Черт, это зомби, а не доктор. Они идут. Ой, здорово. Пацаны, давайте разбирайтесь. Во, какие модные мужики. Откуда берутся все эти зомби-пациенты? Да прикинь, я сам в шоке. Откуда они здесь взялись? Не подпускай их слишком близко. Да я не подпускаю.
О! Убивайте этого! Я не разбираюсь тут. Убивайте его. Отлично. Обалденно, молодцы, красавцы просто. Сектор чист. Сектор clear. Да? Так. Файер надо кому-нибудь. Ага, отойдите. Ты отойди. Молодцы. Говорю же, что они... Блин, прикольно придумано с ними, то, что можно их отгонять. Отлично, идем. Ты это видел? Представь себе, да. Опаньки. Ой, привет. Вот они. Ой, вот они. Так спокойно сказал, капец. Вот они. Так, это дверь. Пацаны, я вам помогу, как смогу. Опа. Опа. Ой, рукастый. Без руки, точнее. Разница небольшая. Так вот. Скелет. Меня сейчас вырвет. Ну, ты... Вырвет его сейчас. Ты спецназовец, как тебя может вырвать? Тебя обучали всему. Ну и вонь. Я чувствую ее даже через маску. Угу. И поэтому тебя сейчас вырвет. Аптечку сперли опять! Это у вас традиция уже такая, аптечку у меня переть. Сволочи. А где Джонсон? Где Джонсон? Быть где-то здесь. Посмотри. Смотрю. Джонсона нету. Что за... О, автомат! Хочу дебить ее. Я вам буду помогать, чем смогу, пацаны. Да это смешные больше чубрики, чем страшные. Ай, они меня ранили. Я помогаю вам, братья. Стреляй, стреляй. Огонь. На поражение. О, вылез смешной чубрик. Опа. Опа, опа, опа. Огонь под ним, пацаны. Опа, пришел здоровый мужик. Дверь открылась, пацаны, бежим. Бежим. Меня не пускают, пацаны. Дверь закрыта. Пацаны, валим. Хватит здесь стоять, дебил. А-а-а! Убивай его быстрее. Тут невидимая стена, вы меня бросили зачем? Здорово, смешно, чувак. Подожди, мы попробуем. Пацан. Дерьмо. Найди другой путь. Встретимся позже. Удачи. В смысле? Ты чё, чёрт? Они меня бросили. Твари. Я вам тут... Я к вам со всей душой, со всем открытым сердцем, а вы мне плюнули в душу, предатели чертовы, спецназ называется. Могли бы меня вытащить вообще, твари. Здравствуйте. Я здесь. Я появился. Окей, поползли, чё. Опа. Голова 5, мертвый сигнал. Аптечка. Опа. Я теперь остался без персонажа. Только мы с ними скорешились, и я уже один остался. Отлично, дверь закрыта, значит, надо ползти в люк. Как всегда, в принципе. Ой. Отлично, блин. В этот раз с моим... Фонарик выключен, теперь отлично. Здравствуйте. И куда идти? Да блин, что за бред то, что, блин, доски не может топор сломать. Топор не может сломать доски. Где бы такое вообще видано было? Бред. Вот так вот сделаем. А там что? Там что? Так. Ага, здесь, если что, есть такая штуковина. Окей, так. О. О, поехал куда-то. О! Привет! Господи, ты что пугаешь-то, дебил? Вообще, что ненормальный? Господи Иисусе. Взял, напугал меня, дурачок. Опа. О, сейчас этот станет, да?
Блин, я тебя раскадал, как лоха. Ой! Ты что делаешь-то, господи? Че вы все спавнитесь-то за спиной прямо? Что это, блин, за бред? Капец, вы адекватные, нет? Блин, моя самая нелюбимая, я помню, да, это мой самый... Моя самая нелюбимая глава, блин. Как же ж я ее ненавидел. Потому что здесь вот это вот все не видно, и это по красным этим... Что за звуки? Ай, где? Ой, чубрики смешные приперлись. Что вы делаете? Есть аптечки, нет? Так. Окей. Где? Блин, вообще кошмар. Ненавижу эту главу. А, во. Что-то видно. Допустим. Так, есть еще аптечка? Нету, да? Так, опа. Опа. О, обалденно. Поползли. Так. О, здесь уже свет есть. Офигенно. Так. Туда мне еще видно, да? Череп прикольно выглядит. Опа. Так, офигенно. Закрыли! Закрыли, помогите! Замуровали демоны! На помощь! 10, 9, 8. Ты что делаешь? 6, что делаешь? 5, 4, ты что делаешь? Помогите! Откройте! Благодарим за участие в учебной пожарной тревоге. Если бы это был настоящий пожар, вы бы уже умерли. Я тебя найду, я тебе монитор сломаю, тварь. Блин, ненормальное, блин, животное. Ты даже не живое существо. Чувство юмора у нее, конечно, есть. Блин, ты нормальная тетка. Если бы это был настоящий пожар, вы бы уже умерли. Спасибо за добрые слова, конечно. Если бы это был настоящий пожар, вы бы уже сдохли. Ты чё кидаешься, а? Блин, мой братан, скелет, почему с тобой всегда вот это происходит? Ты бы мог быть мне братом, почему тебя растерзали, блин? Ты меня сопровождал всю дорогу, всю мою игру, все мое прохождение. Почему тебя растерзали так, а? За что? Чё здесь есть? Это чё? Это патроны. Капец, моего скелетища убили. Твари проклятущие. Так. Фонарик заработал наконец-то. Боже, без фонарика как без рук, ей-богу. Так, здорово, полежи пока, отдохни. О, скажешь что-нибудь? У меня было чувство, что я найду тебя где-то здесь. Слышал добрые вести. Помощь прибыла. В данный момент вертолет патрулирует окрестности снаружи. Но мой передатчик блокируется радиооборудованием больницы. Я не могу подать им сигнал светом. Секунду, дай мне подумать. Так, ты ведь прошел через хирургическое отделение, верно? Тогда ты находишься недалеко от радиорубки. Доберись туда и отключи оборудование. Тогда я смогу с ними связаться, и мы свалим отсюда. Отлично. Я слышал то, что сюда пришли спасатели. Более того, я с ними пробирался сюда как раз. Только они меня бросили на середине дороги, твари. Предатели чертовы. Пошли со мной, бинт. Ты, конечно, не аптечка. Но ты почти аптечка. Если я найду аптечку, то прости. Мне придется тебя бросить. Так. О, здорово. Спасибо, что свет включил, брат. Опа. Не. Здорово. Окей, погнали. Так. Здесь аптечки никакой нету, ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Так, хорошо. Фу.
Кто это сделал, я не понял, а? Кто это сделал? Ты главный. Вы меня типа напугать хотите? Это что за плачущие ангелы? Это что за SCP? Моргнул, на тебя сразу поворачиваются. А, я не понял сейчас, а? Вы там... Вы давайте так не шутите. Это не страшно. Вы жалкие. И смешны. Откройте мне дверь, дебилы. А, вот она открыта. Получай. Вы чё... Вы меня напугать не пытайтесь. Я не боюсь манекенов. Хватит на меня смотреть. Пожалуйста. Спасибо. Дебилы. Ой, здорово! Здорово, братан! Привет! Ты чё стучишь? Я тебя вижу. В ту дверь идти? А чё ты просто её не выбьешь? Выбивал же раньше. Ладно. Чё здесь? Опа. О, всё. Здорово! О, молодец, спасибо. Всё, я захожу, да? Отлично. Спасибо, братан, я это... Я тебя бить не буду, ты нормальный чувак, спасибо, ты помог мне открыть дверь. Если бы не ты, я бы, возможно, не догадался бы, поэтому... Поэтому, братан, я тебя бить не буду. Это я просто с тобой так поздоровался. Прости. Опаньки. О, девка. Привет. Ох, ёперный, ты чё? Братан, ты чё? Блин, это же этот, как его, Джонсон? Надеюсь, что это Джонсон. Его же убили тогда. Надеюсь, это не второй спецназовец. Так, хорошо. Джонсон. Блин, братан. Жалко тебя. Хорошо, заходим. Сейчас эти твари вставать, да, начнут? Ну, конечно. Вы так, блин, предсказуемы. Ауф. Вы так предсказуемы, пацаны, серьезно. Опа. Отлично, это не открывается, естественно, да. Окей. Ты... Не Сремер пропустил, да? Доступность информации очень важна для нас здесь. В госпитале никогда не теряй надежду. Вы можете задать любые интересующие вас вопросы на посту медсестер. Они всегда будут рады вам помочь. Я и смотрю, как они рады нам помочь. Дурак, блин! Господи, ты псих! Адекватный, нет? По-моему, не совсем. Кошмар, блин. Поднимаю голову, стоит уже передо мной дурак. Господи Иисусе. Ой, ладно. Окей. Фух, тихо. Та-та-ра-та. Опа. Где? Бинт. Бинт. О, привет! Здорово. Пацан. Ходит. Ой. Божечки. Вы такие угарные пацаны. Чего ты делаешь-то? Такие смешные чубрики. Пара-па-пара. Откройся. Отличненько. Аптечка. Балдеж. Пара-пам-пам. Что ты говоришь? О, трансмиссия, статус.
О, какая хорошая телевизия. Отлично, что мне делать? Добрейшего здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня стрим. Стрим из этого странного места. А, что-то нажать надо было. Всем привет. Всем привет. Да. О, здорово. Попробуй выключить ее по-другому. Кого? Мы должны выключить это оборудование. А, вот это-то. Давай выключим сейчас. Опа. Давай, опа. Эй! Если выключить не получится, попробуй его сломать. А, я вспомнил. Ты сделал это. Я могу послать сообщение через несколько минут. Тебе лучше убираться оттуда. Там все в огне. Спасибо. О. Внимание! Пожар в служебной секции Б. Да что вы делаете-то? Ой, здорово! А мне куда бежать? Угу, очевидно, направо. Лошара не дошел до меня. Господи. Ага. Окей. Ой. Тихо. Тихо, спокойно. Аптека. Ой, здорово. Ставь меня в покое. Аптека. Отлично, мы справились. Ну так некрасиво. Кто перед носом закрывает двери? Меня сейчас сожжут. Спасите. О, девка! Привет, крошка. Спасла меня. Хорошая... Господи. Опять глюки. Окей, у меня есть аптечка. Это самое главное. Ну не надо в морг. Спасибо. В морге слишком тихо. Хоть я и люблю тишину, но не настолько, чтобы... Блин, чтобы она такая была. И все-таки она привела меня в морг. Девка! Что ты? Я ничего не делаю. Ну, привет, медсестренка. Что там у меня? Привет. Что там у меня? Привет. Что у меня с костями? Нормально все? О, здорово, пацан! Сэр, он очнулся. Да, я очнулся. Мы были уверены, что ты мертв. Мы нашли тебя прямо здесь. Не представляю, как ты добрался сюда раньше нас, но ты чертовски быстр. Как бы то ни было, нам лучше продолжать двигаться. Отряд Альфа, это вертолет, прием. Черт подери, да, это отряд Альфа. Вас слышно громко и ясно. У нас один убит, один гражданский. Прекращаем миссию. Запрашиваем эвакуацию. Немедленно. Ладно, дамочки, мы прекращаем миссию. Убираемся отсюда. Так-то лучше. Веди. Веду. Тебе лучше забрать свое оружие. Хорошо, хорошо. Наберу его в следующей серии. Ну а пока я с вами прощаюсь. Всем спасибо за... оружие. Еще раз меня перебьешь, я тебе топор в голову вставлю. Всем спасибо. Идти дальше? Без оружия? Ты кем себя возомнил? Чаком Норрисом? Я слышал, что Чак Норрис может закрыть вращающуюся дверь. Всем спасибо за просмотр этого видеоролика, друзья. Желаем всем счастья, здоровья, любви, всего самого наилучшего. Эта банда также желает вам того же. Поэтому прям вот четверного вам здоровья, четверной любви, четверного всего самого наилучшего. Всем удачи, всем пока и до следующего видео.